тысячи испанцев приняли в субботу участие в марше достоинства в центре Мадрида, требуя от властей решения социальных вопросов. Хлеб, работа, крыша, достоинство. Под таким лозунгом проходила манифестация. По данным СМИ, несмотря на дождь, в акции приняли участие не менее 12 тысяч человек. Мы должны думать о молодежи. Очень много молодых людей уезжают из страны, потому что здесь они просто не могут существовать. Это позор. Это недопустимо. Все эти приватизации, урезание расходов на здравоохранение, образование. Каждый день появляется все больше и больше бедных людей, которым нечего есть. Но об этом позоре телевидение умалчивает. Шествие прошло без инцидентов. Но вот после него полиции пришлось поработать. Группа радикально настроенных молодчиков устроила беспорядки. 15 зачинщиков были задержаны. Об этом сообщило испанское агентство «Эфе».